Шалом алейхем, добрый вечер, дорогие друзья. Слава Богу, еще раз встречаемся, и мы еще раз будем учиться Тора вместе в такой важный месяц, как месяц Элуль. Я желаю нам всем успеха, здоровья и действительно иметь большое удовольствие в этой нашей совместной учебе, которыми начинаем с Божьей помощи прямо сейчас. Очень известная фраза, уверен, что она знакомая для вас, для всех, из молитвы в Рош Ашана и Йом Кипур. Из молитвы в судные дни, в святые дни Рош Ашана и Йом Кипурим. Утшува, утфила, утцдака, маавирин эт роа хагзейра. И раскаяние, молитва и цдака, и благотворительности отменяет переговор. И вот поэтому весь народ Израиля в эти дни, дни месяца Элул, месяц милосердия, месяц слихот и раскаяния, месяц возвращения наша к Всевышнему, что Он нас встречает как царь, мы упоминали уже как царь, в поле, когда он полностью доступен для каждого, в этот месяц мы все стараемся заниматься именно эти три основные вещи. Давать цдоке, раскаиваться, делать чува и молиться. Побольше тегилим читает и внимательно молиться три раза в день, когда мы молимся и обращаемся к Всевышнему. Предыдущие две уроки наши мы посвятили цдака и прошлой неделе чува. А сегодня из Божьей помощи мы будем говорить о третьем направлении – молитва. И когда мы будем правильно молиться, и когда мы будем правильно оценить и знать силу нашей молитвы, я уверен, что мы по-другому будем молиться Бога в этот месяц, и потом в эти святые судные дни, и в этом весь комплект цдака, чува, благотворительности, цдоке, раскаян, то, что мы будем делать чувы, раскаиваться и возвращаться к Всевышнему. И наши сильные, хорошие молитвы, конечно, они будут все отменить переговор, если он, не дай Бог, есть и существует. И у нас у всех будет хорошего и сладкого года. Молитва – это такая вещь, которая сразу вызывает у много людей вопрос. Много очень людей спрашивает у меня. Я уже попросил у Всевышнего на молитву многие просьбы. Но я не чувствую, что Он реализовал мои просьбы. Я не чувствую, что я получал ответ на мои просьбы, что Всевышний дополнил тот недостаток, о котором я попросил во время молитвы. И естественно, люди начинают сомневаться. Стоит еще раз попросить? Стоит еще раз помолиться? Если мы видим, что мы помолились, попросили это прошлый шаббат, и прошлой неделе, и прошлый год, а пока мы не видели результат, возможно, наша молитва теряла своего смысл? Возможно, не дай Бог, наша молитва потеряла ее сила перед Всевышним? Как нам поступает дальше молиться? Или, может быть, нет больше смысла? Мы уже постучали один раз, и второй раз, и третий раз. А на всякий случай мы так чувствуем, что это без ответа и без результата. Какой смысл еще раз это делать? Я вам скажу такую вещь. Талмуд, Гемара, в том Баба Батра, 164-й лист, вторая страница, считает эти мысли, которые существуют, я уверен, что почти у каждого от нас, когда он огорчен в том, что он не чувствует, что Всевышний ответил на его просьбу. Талмуд считает такие мысли, как три
грехи, которые от них человек не может спасать себя. Талмуд читает, упоминает три вида грехов, которые каждый человек стоит в испытании, не грешит эти грехи каждый день. Один из них – это тот вещь, который называется «Июн Тфила», так это называет Талмуд. А там в Талмуде, в том Баба Батра, там комментарии, это не Раши, это внук Раши, Рашбам, Раби Шмуэл бен Мейр. Он вернул свою душу Всевышнего в 862 года назад и похоронен он во Франции. Он был очень известный мудрец Рашбам. И Рашбам комментирует, что это за грех, который называет Талмуд Июн Тфила. Вот что-то, когда человек думает, интересно, я попросил, а вроде бы я хорошо молился. Интересно, он будет мне ответить, не будет мне ответить. То есть эти мысли, когда есть у человека мысли, что может быть, не надо повторить эту молитву. Талмуд это считает как грех, который его грешат большинство людей. А как мы с вами должны поступать? Дальше молиться? Или будем по-другому спросить? Где мы найдем толчок продолжать молиться и продолжать попросить даже такие вещи, которые в наши внутренние чувства мы вроде бы пока, я не хочу сказать, получали отказ, не дай Бог, Всевышний никогда не отказывается, но мы еще не видели результат. Мы еще не почувствовали позитивной реакции, позитивный ответ Всевышнего на нашу молитву. Как нам тогда поступать? Как поступать, мы знаем, надо дальше молиться. Но где мы найдем действительно поддержку внутреннюю? Где мы найдем, кто, какой толчок у нас будет, чтобы продолжать молиться и быть уверены, что Всевышний слышит наши молитвы и о том, что наша молитва не уходит зря и обязательно еще будет результат. Самый известный еврей во всех поколениях, это, конечно, безусловно, Моше Рабейну. Моше Рабейну тоже сталкивался с такая же проблема. Мы же все знаем историю, что в результат того, что он, когда Всевышний его сказал обращаться, разговаривать с камнем, чтобы этот камень стал источник воды для еврейского народа, Моше Рабейну взял посох и ударил его дважды. Всевышний злился на Моше Рабейну, сказал ему, что это был он, пропустил возможности осветить имя Всевышнего перед глаза народа Израиля, и поэтому он дал ему такое наказание, Всевышний дал клятву, что Моше Рабейну при всей его любовь к страну Израиля, он спас народ Израиля из Египет, и он их возил 40 лет в пустыне Синай, но он не пройдет граница между пустыней Синай и страной Израиль. И как мы все знаем, Моше Рабейну умер и был похоронен, умер седьмого Адара и был похоронен в пустыне Синай, в место, которое Тора сама говорит в книге Дворим, глава «Везот הברכה», последняя глава в Тора, «Вело ידע איש את קבורתו עד היום הזה». Никто не знает место, где похоронен Моше Рабейну. Моше Рабейну получал вот такой удар. И его мечта была вести народ Израиль в страну Израиль. И Моше Рабейну нам рассказывает, мы недавно читали книга Дворим на второй главе, глава ואת חנן. Моше Рабейну рассказывает нам о его, о силе, которую он вложил, о молитве, которую он обращался к Всевышнему с целью попробовать изменить решение Всевышнего в пользу его, чтобы Бог разрешал его все-таки войти и вести народ Израиль в страну Израиль. Глава ואת חנן начинает следующие слова. ואת חנן אל השם בעת ההיא לאמור. В то время я молился Господу так. И вот только Моше Рабейну рассказывает народ Израиль о то время, какое-то определенное время, которое в нем он начал умолять, попросить у Всевышнего, чтобы он отменил это решение. И Моше Рабейну рассказывает, он повторяет эти тексты, его обращения к Всевышнему, такой просьба,
чтобы Всевышний отменил это решение, простил его и все-таки пустил его в страну Израиль, что это была его главная мечта. Но мы все знаем, Всевышний услышал эту молитву, услышал, но ответ Моше Рабейну не получал. Какой ответ он получал? Всевышний его сказал, Моше Рабейну, перестань. Он его остановил, он его попросил больше не повторить, больше не обращаться к нему. И с этой молитвой он его сказал, Рав лох, аль тосев дабер элай од бадавар азе. Он его сказал, Моше Рабейну, стоп, больше просьба, Бог ему говорит, больше не говори со мной на этой теме. Четко, ясно, конкретно закрыл дверь. И это страшно. Подумает о том, Моше Рабейну, Медраш нам рассказывает, Медраш Раба, рассказывает нам интересные вещи. Сколько молитв молился Моше Рабейну? Мы же с вами сталкиваемся с проблемой, что мы много раз обращаемся, и мы не чувствуем ответ. Сколько раз обратился Моше Рабейну? Медраш Раба обращает наше внимание на следующую вещь. Это и выражение «Ваэт Ханан» «Я умолял» это нестандартное выражение в Торе. Не написано «Ваэт Палел я молился» «Ваэт Ханан». Подчеркивает Медраш Раба, почему «Ваэт Ханан»? Какой намек был «Ваэт Ханан»? «Ваэт Ханан» в гематрия, если мы будем переводить буквы в цифры, мы получим цифра 515. Моше Рабейну рассказывает народ Израиль, история такая. Я молился 515 молитвы. 515 раз подряд я обращался к нему и попросил у него милосердия. Но он меня отказал. И эта история вызывает действительно очень большой вопрос. Как такого может быть, что такой человек на уровень Моше Рабейну не меньше, чем 515 раз просит милосердия, не меньше, чем 515 раз умоляет, а какой ответ он получает? Отказ. Какой это поддержка для нас? Если Моше Рабейну получал отказ, а мы, простые люди, что с нами будет? Нам придется молиться Бога еще раз? Или у нас нет смысла? Мы можем себя сказать, мы можем делать такой вывод. Если Моше Рабейну 515 раз попросил и ему отказали, а что будет с нами? А что тогда будет с нами? И вообще мы не понимаем. Махарал из Праг, все знают Махарал из Праг, он похоронен на старой кладбище в Праг, он умер 411 лет тому назад, написал много книг, Раби Иуда Лейва звали его, написал много книг, в том числе комментарии на все пять книжек Тора, которые называются Гур Арье. И он спрашивает об этой слова Всевышнего. Почему Бог ему сказал, больше не обращайся ко мне? Почему Бог его остановил? Почему Бог не ответил на 515 его молитвы? И это действительно очень-очень больный, сильный и даже актуальный вопрос. Если такое отношение к Моше Рабейну, к его 515 молитва, что тогда будет с нами, нашей молитвой? У меня еще вопрос. Почему Моше Рабейну молился 515? С какой расчет? С какой расчет он решил молиться именно 515? Если уже, давай 613. Может быть, 613 получилось у него лучше. 613 заповедей, и Моше Рабейну, тот, который передал народ Израиль 613 заповедей, он молился 613 молитвы. Из какого счета вышла эта цифра 515? Почему Моше Рабейну решил имя 515? Я думаю, что эта история, связанная с молитвой Моше Рабейну, его 515 молитва и ответ, который, к сожалению, он не получал от Всевышнего,
является ключевым в отношении этот вопрос о молитве. Я думаю, что мы обязаны изучать эту историю подробно и хорошо. И когда мы поймем, что там было, эта история, когда мы ее будем понимать действительно, что было с молитвой Моше Рабейну, какая реакция была с молитвой Моше Рабейну, какие силы имели эти 515 молитв Моше Рабейну, это будет действительно толчок сильный для каждого от нас, как нам поступать, когда мы чувствуем недостаток, как нам поступать в этом сезоне. Пятый Лубавичский Ребе Рашаб, Раби Шолом Бершнейерсон, он похоронен в Ростов, он сказал, что сейчас месяц Элул, это сезон молитва. Каждое время имеет свой особый сезон. Сейчас сезон молитва. И тогда мы будем знать, как правильно использовать время в этом сезоне и как правильно молиться. Тогда давайте начнем разбирать эту историю. Что там было на самом деле с Моше Рабейну и его 515 молитв. Есть еще один вопрос. Почему Моше Рабейну молился 515 молитв? Он увидел, что Всевышний его не отвечает. Что вдруг он решил попросить и попросить и попросить? Каждый человек понимает и знает, что иногда есть случаи, что можно попросить еще раз. И иногда, когда мы видим, нет смысла, с нами никто не будет разговаривать, тогда мы не просим, мы просто решаем, все, мы понимали, что ответ отрицательный, мы ставили точку и идем дальше. Моше Рабейну нет. Он все-таки просит и просит и просит. То есть у него была надежда. Откуда выросла у него эта надежда? Что случилось вдруг, что у него появляется надежда, что несмотря на то, что тогда была такая сильная, однозначное решение Всевышнего, что Моше Рабейну не видит, не будет вести народ Израиль в страну Израиль, и вдруг Моше Рабейну думает, вот, может быть, что-то поменялось. И у меня тоже вопрос, почему Всевышний дал им Моше Рабейну возможности помолиться 515 раз, и только тогда он его остановил. Не жалко сила Моше Рабейну. Может быть, если Бог все равно не собирается отвечать ему, такие жесткие слова и сказать Моше, не обращайся, пожалуйста, ко мне больше из такой вопрос. Ему надо было его сразу сказать, Моше, дорогой, я тебя очень люблю, но в этой истории я тебе не могу помочь. Решение было принято, она не принадлежит никакой пересмотрения этого решения, мы не будем пересматривать. И поэтому, пожалуйста, дорогой Моше, больше не обращайся к нему. Бог дает ему 515 раз помолиться, а только после этого он его останавливает. Значит, Богу понравились его 515 молитв. Только тогда он решил его остановить. Начнем с первого вопроса. Моше Рабейну говорит, В то время наступила Боэйс Ахи, ваэт ханан эл Хашем, баэт Ахи. Я молился Бога в то время. Какое время? Моше Рабейну намекает что-то. Моше Рабейну нам рассказывает о том, что было время, которое для него оказалось что-то эйт рацон, это особое время. И возможно что-то изменилось. И поэтому Моше Рабейну начал активно молиться Бога за своими просьбами. Когда это было? Талмуд в том Баба Батра, 121 лист. Талмуд говорит такую вещь. В то время это было в особой дате. 15 ава. Знаем, что это большой праздник. Что случилось тогда в этом 15-го ава? В этот день 15-го ава, это был последний год нахождения евреев в пустыне Синай, они уже делают самую активную подготовку к въезд в страну Израиль. И были страны, страна, царь, который был Сихон,
там был народ Эмори, Сихон Мелех Эмори, Сихон цар Эмори, и великан Ог, страна, цар страна Башан. И в это время, в этот день 15 ава, они воевали с Сихоном, с цар Сихон и с цар Ог, и они захватили страна Эмори, страна Башан, она уже принадлежала народу Израиля. Моше Рабейну смотрит и говорит, где я нахожусь сейчас? Я уже нахожусь не на пустыне Синай. В какой территории я стою сейчас? Я стою сейчас уже на территории страны Эмори и страны Башан. И этот факт вызывает Моше Рабейну и говорит, да, возможно, что-то изменилось. Почему? Есть, мы скоро будем читать в глава Китаво. Скоро будем читать, это очень важная и красивая мицва. Называется бикурим. Бикурим это что, когда растет у нас от 7 видов фруктов, которые Бог благословлял страна Израиль, мы должны первый урожай, первый фрукт везти на специальную корзину, как подарок, как благодарность Всевышнему. Это очень красивая мицва, которая высказывает нашу благодарность Всевышнему за его благословение, мы понимаем, что то, что растет у нас, такой хороший урожай, это не в результат нашего труда. Наш труд это в результат благословения Всевышнего. И поэтому мы берем первый урожай и носим в храм в качестве благодарности Всевышнему. Говорит Мишна в том бикурим следующий, что после прихода Машиаха и страна Сихон и Ог, страна Эмори и страна Башан присоединятся к страну Израиль. И поэтому есть одно мнение в Мишна, что и фрукты, которые росли, от 7 видов фруктов, которые Бог благословлял Израиль, которые растут в этой территории, владельцы тоже должны их взять на корзину и привезти их в качество бикурим. То есть, в каком-то процент страна Эмори и страна Башан это уже гораздо ближе к Израилю. Их статус, это уже статус, галахический статус по одной мнению, как Израиль. Это не как пустыня Синай, что это точно не Израиль. Не имеет никакой святости, никакой галахический статус, как страна Израиль. Эти вещи которые росли в страна Эмори и страна Башан, по одной мнению, они уже имеют святой статус, как статус фрукты, которые выросли, которые росли в страну Израиль. Говорит себе Моше Рабейну, Всевышний меня пустил уже на территорию, которая имеет уже какой-то святой статус. По одной мнению, отсюда надо будет вести бикурим. Возможно, Всевышний готов пересмотреть это решение. Поэтому это и в то время начал Моше Рабейну сразу молиться. Моше Рабейну заметил, говорит, возможно, окно открылся. Если Бог меня пустил в страна Эмори, в страна Башан, возможно, для меня открывается окно, у меня есть шанс попросить, чтобы меня пустили и дальше в несколько километров вперед войти в страну Израиль. Это одно идея, что значит Баэйтахи в то время. Какой это рацион, который был у Моше Рабейну. Еще одна идея существует в том, что это было 15 ава, и мы знаем то, что Талмуд в том Таанит говорит, что первый сабита, первый радостный сабита, который был в 15 ава, потому что 15, последние 15 тысяч человек из той поколения, которые грешили из разведчики в первый год нахождения в пустыне Синай, который Бог тогда решил, что эти люди останутся в пустыне Синай, они умрут все в пустыне Синай, и ни в коем случае они не пройдут границы в сторону Израиля. А в последний год Всевышний отменил этот переговор. И мы празднуем 15 ава, первый случай был тогда, что 15 ава они были уже уверены, что Бог отменил этот переговор, и это не ошибка в календарь, они видели полноценной луна, то есть это уже 15 числа месяца, и это значит, что Всевышний простил, и несмотря, что решение первоначальное было о том, что это поколение ни в коем случае не пройдет в страну Израиль. В этот раз Бог сказал, я вас простил.
Сказал себе Моше Рабейну, если Бог простил эти 15 тысяч человек, они тоже получали вот такое наказание, в отношении них тоже было такое решение, что они не пройдут в страну Израиль. А если Бог простил им и разрешал им, и чтобы они будут дальше ехать в Израиль, вот они живые, они не умерли, возможно, и откроется окно милосердия, откроется ворота милосердия в отношении ко мне, к Моше Рабейну. Вот так подумал себя Моше Рабейну. Поэтому в это же время решил Моше Рабейну стать и начать целый процесс молитвы, 515 молитв. Почему 515? Мы упоминали. Почему 515? Почему не 613? Почему не 770? Почему не других такие важные цифры и в еврейской терминологии? Почему именно 515? Есть одна книга, очень основная книга в комментарии Тора, называется «Пне Йошуа». Пне Йошуа это был раввин, звали его Раби Яков Йошуа Фолк. Он был раввином Львов, у нас в Украине, а затем в Берлин и Франкфурт. Он написал книгу «Пне Йошуа» на комментарии на весь Талмуд. Он вернул свою душу Всевышнему 264 года тому назад, и он похоронен в Германии. Пне Йошуа говорит удивительные вещи на его комментарии на Талмуд в том брахот. Он говорит, смотрите, Моше Рабейну начал свои молитвы, свой курс молитвы, он начинал 15 ава. В какой день Моше Рабейну вернул свою душу Всевышнему? 7 адара, следующего года. От 15 ава до 7 адара есть ровно 200 дней. Мы же знаем законы молитвы, что в шаббат нельзя попросить на молитву о своих личных просьбах. Молитва шаббат, молитва Амида в шаббат, там отсутствуют все наши личные просьбы, которые в молитве Амида в будни. Молитва в шаббат, мы только хвалим его и мы читаем, тексты связаны с особенностью шаббат, святость шаббат. Шаббат это не день, когда мы просим свои личные просьбы. И поэтому надо уменьшить 28 шаббаты, которые были между 15 ава и 7 адара. Сколько у нас получается? 200 минус 28, 172 дней, которые были между 15 ава и 7 адара. Сколько раз мы молимся в день? 3. Вечерняя молитва Маариф. А затем утром утренняя молитва, потом во время дневная молитва, молитва Минха. Сколько это 172 умножать на 3 молитвы? Это 516. А где у нас, почему в Моше Рабейну мы говорим молиться 515 молитвы? Говорит мне Йошуа, Моше Рабейну обратился к Всевышнему впервые 15 ава днем, утром. Он начал свой курс молитвы в шахарит 15 ава. Он вечерняя молитва 15 ава пропустил. А поэтому у него были не 516, но 515 молитв. Это очень интересная вещь, почему именно, как сложилось этот счет 515 молитв, так комментирует Пне Йошуа на своей комментарии в Талмуд на книге, на Талмуд на том брахот. Но вместе с тем, то теперь мы уже знаем, когда Моше Рабейну начал свой новое обращение к Всевышнему, это начался 15 ава, после эти события, которые он был уверен, что открылись для него ворота милосердия, в котором Всевышний, возможно, откроет ему ворота милосердия, и у него будет возможности, чтобы Всевышний простил его и даст его возможности все-таки войти в страну Израиль, и у него получилось до последнего дня его жизни 515 раз. Но мы же с вами возвращаемся к нашему вопросу главный. Всевышний его же остановил. После 515 молитва Бог ему сказал, стоп, Моше Рабейну, пожалуйста, дорогой, больше не обращайся, я не могу тебе ответить. А мы спрашиваем, почему так он его сказал, закрой рот, я не могу больше слушать твои молитвы. Бог типа просит у него, не обращайся ко мне больше. Очень так жестко
останавливает процесс молитвы Моше Рабейну. А мы спрашиваем, почему? А что это должен сказать нам? Что мы можем тоже молиться 515 раз и получить, не дай Бог, отказ? Как это может нас мотивировать и в этот особый сезон молитвы, чтобы мы будем обратиться? На самом деле, каждая молитва имеет особую силу. Всевышний остановил его в 515-й молитве. Если бы Всевышний давал ему, считает 516-й молитва, Моше Рабейну бы победил. Моше Рабейну бы зашел в страну Израиль. Всевышний не хотел пустить Моше Рабейну в страну Израиль не только в качестве наказания за его поведение тогда, когда он не обратился, не разговаривал с камнем, но ударил его дважды. И тогда отсутствовала кидуш Хашем не только по этой причине. Есть, это отдельный разговор, это отдельная тема, это не сегодняшняя наша тема. Но есть особая причина, почему Всевышний хотел, чтобы Моше Рабейну оставался в пустыне Синай. И Всевышний знал, если бы Моше Рабейну будет читать еще одна молитва, 516-й пешот, все, он победит меня, он останется здесь. Он останется в живой, он пойдет с евреями в страну Израиль. И это Всевышний не хотел. Всевышний его сказал, Всевышний получает огромное удовольствие от нашей молитвы. И тем более он получал огромное удовольствие от молитвы Моше Рабейну. Он получал от него огромное удовольствие. Поэтому он его не остановил, он слушает Моше Рабейну еще раз. Что такое молитва? Молитва – это соединение наше со Всевышним. И Бог ждет, когда мы соединяемся к Нему. Для Него это самый большой нахс. Не всегда наша молитва доходит до результата сразу. Возьмите пример, когда дети к нам обращаются. Сразу мы реагируем, если ребенок просит что-то очень серьезную вещь. Сначала мы отказываемся, мы говорим нет. Но когда он просит у нас еще раз, еще раз, еще раз, каждый новый просьба ломает вот какой-то стена в наши сердца, и пропускаем себя то, что он хочет, а потом мы, как люди говорят, я сдался. Мы сдаемся и говорим, ладно, купим тебе то, что ты хочешь. Почему мы этого не купили сразу? Почему мы ждали? Просто у нас была наша позиция. Но потом, когда он еще раз попросился, еще раз просил, потом он смог нас, чтобы мы будем придумать наше мнение и дали согласие на этого. То есть наша молитва к Всевышнему работает по такой же процесс. Мы обращаемся один раз, еще раз. Каждый раз, когда мы обращаемся к Всевышнему, мы ломаем какая-то стена, которая мешает нашей молитве прийти. И тот факт с Моше Рабейну подтверждает этого. Почему Бог остановил его? Моше Рабейну уже открыл дорогу. Если бы была еще одна молитва, все, Моше Рабейну бы победил. Это история с Моше Рабейну наоборот. Не только, что она нам рассказывает о слабости молитвы, наоборот, она нам рассказывает, какие силы есть в молитве. Если бы Моше Рабейну молился еще раз и еще раз, эта молитва была бы принимать, Всевышний бы принимал эту молитву. Я читал в одной книге историю, что Лубавский ребе сказал один человек в отношении молитвы о приходе Машиаха. Вы все знаете о том, что Лубавский ребе всегда в любое свое выступление он попросил и сказал, что еврейский народ должен все время попросить «Ад Мосай!» Сколько можно его ждать? Мы просим Машиах, мы просим Машиах. Спросил один человек у Ребе, Лубавский Ребе, он его спросил. Все поколения попросили Машиаху. Почему вы думаете, что именно наше поколение
именно у нас будет вас, именно на у нас получится уговорить Всевышнего, чтобы он отправил к нам Машиах. Что мы лучше от предыдущего поколения, которое у нас не получилось? Раби ему сказал, это не так. Раби ему сказал, они уже доделали свою работу, осталось чуть-чуть. Наши молитвы, еще когда мы просим у Всевышнего Машиах, они пробьют эту истину, и Всевышний пришлет нам Машиах. Вот так работает система молитва. Если мы не получали ответ первый раз, мы должны еще раз попросить и взять на себя еще раз хорошее решение, сделать чувы и давать сдоки, изучать Тора, и еще раз попросить. В конце концов, Всевышний услышит нас, и мы будем этого заслужить. Был в Украине, тогда, когда он жил, это еще не был Украина, в город Мукачево. Мункач называется на идиш. Был очень известный раввин, звали его Раб Хаим Элозер Шапира. Он написал книгу «Минхат Элазар», «Минхас Элозер». И вот в беседе Лубавинского ребе есть очень много цитаты, вот эти слова. Ребе цитирует это от него, он умер в 1937 году, он похоронен здесь в Мукачево, в Украине. И он объясняет на эти слова Всевышний. Всевышний сказал Моше Рабейну, Моше Равлох, больше не обращайся ко мне с этой просьбой. И он так комментирует, если бы Моше Рабейну обратился еще раз с этой просьбой, у него бы получилось. Человек, когда он молится Богу, в конце концов, его молитва влияет, и Всевышний слышит эту молитву. Я недавно смотрел историю, которую одна женщина рассказала. Каждый может этого искать в Google, это видео, в сайт, который называется «Когда люди рассказывают свои личные истории с Лубавичской Ребе». Есть одна семья, я знаю, это семья, я родился и вырос в место, которое называется Кфар Хабад в Израиле. И я помню, в посередине 70-х годов переехала жить в Кфар Хабад семья Карниел. Они оба были педагоги. Глава семьи звали Рав Амос, к сожалению, его уже нет с нами, живой в этот мир. И на долгие годы его жена, госпожа Хени Карниел, они оба были известные педагоги, всю жизнь работали учителя и педагоги в разных школах. И она рассказывает в интервью следующую историю, послушайте внимательно. В какой-то момент у нее попросили взять на себя особую миссию, педагогическую миссию. И в Израиле, в каком-то небольшой город на юге Израиля, есть учреждения, педагогические закрытые учреждения, не дай Бог, для таких детей, взрослые дети, которые... Они ведут себя, пока они очень хорошо. Они на грани между нарушением закона и нормальной жизни. И они, к сожалению, чтобы они не падали от нормальной, от нормативной образа жизни, чтобы они не стали молодые преступники, для них было создано особое учреждение. И там надо самые лучшие педагоги, которые будут с ними заниматься, и спасли эти души, эти потерянные души, чтобы они вернулись к нормативной жизни. Там надо давать, в каждой школе, каждый учитель должен любить свою работу, и должен любить своих ученики, и вкладывать в них силу, вкладывать в них внимание, чтобы они почувствовали, что педагогические коллективы не все равно. Но когда речь идет о такое учреждение, там надо вкладывать действительно особые силы, чтобы спасать эти дети, чтобы вернуть их к правильному образу жизни, к нормативному образу жизни. И там работала эта женщина, зовут ее Хени Карниел. Она действительно вкладывала все ее сердце в этих детей, и Всевышний ее помог, и очень много детей она могла направить в правильный путь. Но была одна девушка, в котором она чувствует, что она ее теряет. Просто она чувствует бессмысленная работа. Она вкладывает, учит ее, разговаривает с ней.
и ничего не помогает. Типа эта девочка, она выбрала себя уже, не дай Бог, путь в тот мир, и она туда идет. Уверенно туда идет, и никак не получается у педагогический коллектив исправить, спасать ее и вернуть ее к правильной путь жизни, к нормативной жизни. Что она делала? Она писала письмо Лубавичской Ребе. Упоминала имя этой девушки, имя ее мама. Она все пишет. И просит у Ребе благословения. Просит у Ребе брохе, особой браха. Она просит у Ребе. Чтобы Ребе молился и дал благословения этой девушке, чтобы она, не дай Бог, не была потеряна. Чтобы она не заблудилась в пути в жизни. Чтобы она вернулась в правильный путь в жизни. Так она пишет Ребе письмо. Ребе в ответ отвечает ее, чтобы она читала каждый день глава в Теилим, связанные с возрастом этой девушки. Вы знаете, есть поведение. Каждый день, каждый читает в книге Теилим, Псалма Давида, каждый читает Теилим по его возрасту. Если ему 15 лет, он читает 16 глава в Теилим. Когда его исполняется 17, он проходит, читает глава 18 Теилим. А так до 120 лет каждый читает свою личную главу в Теилим. Родители читают их главы, главы их дети, их внуки. Каждый старается побольше читать, это особая очень сгула, это особая заслуга на успеха и на защиту Всевышнего, читает эти главы в Теилим, наши и члены нашей семьи. А тут Ребе ее говорит, ты знаешь, когда день рождения у этой девушки, сколько ей лет? Она говорит, да, она, конечно, знает, она настолько знает, она знает у каждого, когда день рождения. Пишет ее Лубавичский Ребе, читай каждый день, кроме того, что ты читаешь твой личный Теилим, и кроме того, что ты читаешь главы в Теилим, связанные с членами твоей семьи, твои дети, и твои внуки, и твои родители, ты добавляешь еще одна девочка в твою семью. С точки зрения чтения Теилим, ты читаешь каждый день ее глава в Теилим. Она начинает. Эта девушка бросила даже эту школу. И она вообще не понимала, что с ней происходит. Она просто знала, она, что эта девушка находится в очень нехорошие места, ее окружают очень нехорошие люди. Единственный вопрос это, уже она арестованная, есть уже уголовное дело, или пока еще нет, но скоро только будет. Но Хени Карниел выполняет просьбу Ребе, и каждый день, когда она читает свой Теилим, она добавляет еще Теилим. И каждый год, когда день рождения у этой девушки, она меняет Теилим. Ее уже 17, она начинает читать 18 Теилим. Ее уже 18, она уже читает 19 Теилим. А так, друзья мои, 14 лет подряд, послушайте цифра, 14 лет подряд, 365 дней в году, этой цадика, Хени Карниел, читает Теилим, ее бывшая ученица, которая она даже не знает, где она находится сейчас и что с ней происходит. Прошли целые 14 лет. Один раз ее муж, рав Амос, светлая его память, он выступал перед детей, перед праздник Шавуот. Какой-то из центров Хабада, синагоги Хабада в Израиле, в какой-то из городов Израиль, собрал дети и родители на отмечать вместе перед праздник Шавуот, рассказать о праздник Шавуот. И он был как педагог, он имел всегда красиво говорить особо к детям, и его пригласили, чтобы он будет выступать перед этими, перед этими детьми. Когда он закончил свое выступление, подходит к нему одна молодая женщина, и с ней в руках девочка, ее дочка. Она говорит, а вы рав Амос? Она говорит, он говорит, да. Я так хочу созвониться и встретить вашу жену, вашу супругу. Он говорит, нет проблем. Мы вас пригласим.
очень быстро создали связь и организовали встречу между, вы знаете, между с кем? Между учительницей Хенни, которая 14 лет читает Тегилим, и между этой потерянной ученицей, которая даже не знает о том, что ее учительница читает о ней по указанию Лубавичской Ребе 14 лет подряд ее Тегилим. И вот они встречаются, и она рассказывает, что она действительно очень далеко пошла. Очень далеко. Но в какой-то день, в какой-то момент, совсем недавно, она чувствует внутри себя какой-то внутренний голос, который ее говорит: «Хватит! Надо вернуться к нормативной жизни. Надо вернуться к нормальной жизни. У тебя есть уже, слава Богу, дочь. Захвати твою дочь и бежи, и начинай твою нормальную нормативную жизнь». И вот она говорит: я не знаю как, но я сегодня здесь. Сказала ее Хенни Карниэль: вот видишь Тейлим, в нем я читаю, вот в этом году, правда, тебе столько лет, вот смотри, я каждый день читаю твой Тейлим. Вот 14 лет она молила за ней. В конце концов этой молитвы дошла до Всевышнего. И Всевышний спас этой девушке, этой уже молодая мама, и ее дочка, и вернул их к нормальной еврейской жизни. Ни одна молитва не уходит. Каждая молитва двигает что-то. Один раз Лубавичский ребе сказал одного хасида: Всевышний всегда отвечает, но он не говорит, сколько времени надо для этого. Каждая молитва двигает. Каждая молитва приближает нас к Всевышнему. Как мы говорим в слихот: «Хашивейну Ашем Эйлеха Венашува». Возвращай нам, Бог, к себя, и мы будем возвращаться. Это сезон молитвы, дорогие друзья. И в этот сезон надо очень внимание молиться. Мужчина, который молится в синагогу, внимательно читать молитва, внимательно отвечать «Амен» и все остальные части молитвы. Женщина, которая молится дома, пока молитесь дома, но молитесь, обращайтесь к Всевышнему. Читайте побольше Тилим, помните. Не хватает, может быть, это вашей 516-я молитва, которая открывает вам все дороги. Нам хотя бы Бог не говорит, больше не молитесь. Моше Рабейну это сказал, нам он это не говорит. И мы знаем, что если будет еще 516-я молитва, у нас все получится. Все ворота будут открыться перед нами. Поэтому в этом сезон молитва месяц Элул и наша подготовка к святые дни Рош ха-Шана и Йом Кипур. Нам надо заниматься именно эти три направления. Давать цдака побольше, сделать тшува, раскаяться, возвращаться к Всевышнему и молиться Богу побольше Тегилим и внимательно молиться. И Всевышний услышит наша молитва, и мы все заслужим получить от Всевышнего прежде всего гучабес и хороший шаббат, и главное, хорошего и сладкого года, и на самое ближайшее время мы все заслужили увидеть наше освобождение и с приходом Машиаха в самое ближайшее время. Желаю нам всем крепкого здоровья и только-только радостной хорошей событий. Спасибо вам за внимание, чтобы Всевышний выполнял все наши просьбы.